Ситуация, которая вызвала тревогу жителей нашего города, но хочу всех успокоить, ситуация находилась под контролем государственной инспекции охраны Черного моря, контролировалась службами гидромедцентра в Одесской области. Кроме того, наша передвижная муниципальная лаборатория проводила мониторинг воздуха. Никаких превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не было. Кроме того, хочу обратить внимание, наверное, кто прослеживает информацию в средствах массовой информации, подобного рода факты были выявлены не только в Одесской области, не только на территории Украины, и в Европе, и даже в Азии. Связано это было с бурями в пустыне Сахаре, с поднятием на уровень до 1000 метров песка, что в качестве осадков выпало и на территории нашего города в том числе. Ситуация эта прослеживалась еще накануне, за сутки до происшествия. На юге области выпали такого же рода осадки, и к моменту появления такого явления у нас в городе, у нас уже была информация от государственных служб Измаила, которая подтверждена в нашем городе в том числе.